явился мне после своей смерти. Авадон живой. Я так хотел верить. Я поступил так глупо. Азраил, ты видел Авадона после его смерти? Видел. Я привел его сюда, в Эдем. Ради чего ты лжешь, Азраил? Эдем не существует! Уже не существует! Невежда! Я сам видел, как первых людей изгнали и как опустел Эдемский сад. Я не мог допустить, чтобы первый дар небес, величайшее оружие, увяло бы, или, что еще хуже, досталось тьме. Я спрятал его. Древо познания добра и зла, значит, Авадон был древо? Тебе стоит вкусить его плодов. Если есть способ остановить разрушителя, то древо укажет его тебе. Сам я не дерзнул. Быть может, если бы я соблазнился, все сложилось иначе. А Авадон? Что древо дало ему? Этого я знать не могу. Каждый из приходящих к древу получает свое. Некоторые уходят ни с чем, другие теряют разум от видений, иные же просто погибают. Нет, я не знаю, что он получил. Идем. Это неплохо. Это очень даже хорошо. Этот загадочный камень увеличивает запас здоровья войны. Как приятно, а? Мы получили плюс одну плюшку. Камень жизни. Так. Ну, восстанавливать нам ничего не надо. Теперь у нас... Ух, ни хрена, у нас тут жизни 9 штук уже собралось. И не забывайте, я считаю еще одну жизнь, которая является в черепке. Кстати, вот здесь мы тоже что-то можем собрать, но, видимо, пока что опять-таки рановато нам до этого дела. Блин, как здесь красиво. Честно, не знаю, мне прикалывает, когда вот так вот все висит. Прикольненько, красивенько. Мне нравится. Нет, правда нравится. Классненько. Смотрите, блин, ну реально классно. Не знаю, я любуюсь. Я первый раз здесь. Поэтому, извините, ребят, просто мне нравится. Все действительно красиво. Туда нет пути. Есть. Только для тех, кто достоин. Для тех, кто может летать. Всадник... Ты так долго сражался со тьмой, что она успела запятнать тебя. Создание света почувствует это так же, как чувствую я. Здесь ты хуже любого из демонов. Покори свою тень, и тогда сможешь пройти. Готов ли ты сойтись с самим собой при свете солнца? Не все способны на такое. Моя маска теней. Да. Это она. Ты снова будешь видеть мир теней, пока не снимешь маску. Удачи в бою. Сразиться с самим собой. Ну что ж, ребят, вы готовы? Я лично пока не очень. Ладно, этот артефакт позволяет войне видеть скрытое, обнажая перед ним мир теней, нажмите РТ, можно выбрать между обычным и теневым зрением. Ой-ой. Чё-то я сам себе не нравлюсь. Ах ты ж падла. Я тоже так умею. Да, драться с самим собой довольно весело. Ай-яй. Да хрен тебе.
Ну ты злой чувак. Так, давайте как-нибудь его добьем, наверное, не знаю. У нас сейчас берсерк будет доступен. Ой-ой-ой. Уже где-то вот сейчас и поехали. Надеюсь, он не будет берсерк. Твою мать. Нет, он не будет берсерка. Отлично. Или будет. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Дар небес ждет тебя. Я буду ждать здесь, вместе с наблюдателем. Я не отпущу всадника без присмотра никогда! Куда он, туда и я! Да? Тогда ступай к древу, черная тварь. Тебе ни за что не добраться до той стороны. Поторопись! И помни, кто держит твой поводок. Я эту маленькую тварь убью. Нет, серьезно. Ступай, преклонись перед древом. Хорошо. Мне ничуть не понравилось. Поторопись к дереву и помни, что я сказал. Угу, помню. Так вот, как это видно. Теперь понятно, почему нам были недоступны многие вещи, как, например, вот тот сундук, который стоит вот здесь. Как видите, если нажать вот так, то он будет доступен. Но в этом мире его не увидеть. А что, мне нравится? У меня 10 тысяч сейчас пока что очков душ. Это неплохо. И теперь мы сможем найти наковальню... Ну и вообще много чего еще. Прикольно. Вообще здесь очень красиво, на самом деле. На обычном мире этого моста не существует. Да и много чего еще, в принципе. А, мне вот интересно, мы... Да, мы можем здесь бродить, потому что, скорее всего, здесь есть какие-нибудь секретики, тайны. Тайны вселенной. И главное, здесь офигенная музыка, офигенное музыкальное сопровождение, которое просто, не знаю, меня лично отчасти потрясает своей приятной мелодией. О, сундучок. И за водопадом тоже что-то есть. Сейчас ходим, проверим. Сейчас сходим и проверим, как говорится. А здесь ничего нет, да? Или есть? Есть. Вон еще один сундучок. Что-то прикольненько. Мне нравится уже эта масочка. Очень сильно нравится. Очень сильно. Очень сильно мне помогает. Так, вроде бы здесь больше ни черта нет. Кроме как за водопадом что-то находится. Сейчас мы узнаем, что именно. Возможно... сможем наконец-то туда попасть. Кстати, уже я понимаю некоторые загадки, которые можно решить с помощью вот этого видения. Как, например, у стигийца, если помните, там был момент, где я не мог кое-что достать. И вот фрагмент брони из бездны. Значит, в полном броне 10 фрагментов. У нас, мне просто сейчас интересно, сколько у нас конкретно фрагментов, 7 из 10. То есть, по сути, я почти собрал броню. Еще 3 осколка где-то лежат. Где конкретно, я пока не знаю. Но я до них доберусь в обязательном порядке. Вы не думайте. Я это дело просто так не брошу. Поэтому в этом плане вы можете надеяться, что я таки соберу нужные мне осколки брони. Где бы они ни были. Ну и как я... уже размещаясь на ПГ, сказал, это будет фактически 100% прохождение. Я постараюсь пройти игру на 100%. Поэтому
ждите, смотрите, надейтесь, верьте, и все будет нормально, все будет хорошо. Естественно, я сейчас многие вещи пропускаю, потому что некоторые нельзя было добыть тем или иным способом, пока я не набрал все нужные вещи по заданиям. Такие вот дела. Ну что ж, мы на ангельских землях. Будешь ты служить в раю или править адом? Надвигается буря, Уриил. Скоро. Мне понадобится твоя помощь. За тобой я последую даже в ад, господин. Они знали. Но откуда? Благими намерениями. Кажется, так говорили люди. Ты это сделала? Нет, это ты решил призвать нас в этот мир. Я всего лишь использовала твою идею по-своему. Нет. Я буду считать это предложением, Авадон. А тебя своим верным слугой. Иди со мной и прими мантию разрушителя. Нет. Когда владыки света узнают, что ты сделал, тебя низвергнут. Да тебя в цепях поставят перед советом. Ты уже проклят. Я предлагаю тебе выбор. Будешь ли ты служить в раю или править адом? Теперь тебе надо вернуться к Азраилу. Убеди его помочь нам, тогда вместе мы переменим лицо мироздания. Авадон должен быть наказан. Он играет с законом, как ему вздумается. Смеется в лицо совету. Есть ли у нас доказательства? Печати не тронуты. Очевидно, что ангелу помогли. Но кто? Пока не узнаем, придется ждать. Его деяния родят неповиновение. Совет ослабнет. Сколько мы сможем удержаться у власти? Мы не можем остановить Авадона, но есть и те, кто сможет. Им лишь нужна причина. Нет, нельзя посылать четырех всадников. Для них суд без доказательств – убийство. Всадники не станут действовать без причин. Мы пошлем лишь одного, для которого месть – достаточная причина. Того, кто приступит закон, лишь бы отомстить. Клинок уничтожен. Я охраняю седьмую печать. Этот мир наш. Небеса принадлежат нам. Ты знал, что это билет в один конец? Теперь мы знаем правду всего того, что произошло тогда, могло бы не произойти. Ну что ж, задача вернуться к Азраилу. В свою очередь мы получили ценный совет. И более нам ничего не расскажут. Но нам и этого вполне себе достаточно. В любом случае, мы узнали правду о том, что случилось и кто же является главным злом в данной вселенной. Решив играть с судьбой, он в итоге покарал самого себя. И глупый с его стороны. Но что сделаешь? В любом случае, что сделано, то сделано, и иного уже не вернуть. А мы же тем временем получаем плюшки.
осколок ярости в данном случае. Не зря я решил сюда зайти. И более здесь я вроде как ничего не вижу. Ничего. В любом случае, не зря зашел. Конечно же говоря. Отключаем этот проклятый мир теней. Ну что ж. Ну? Авадон, это разрушитель. Архангел! Его предали. Он был всего лишь пешкой в большой игре. Ты должен принести ему мир. Мир? Авадон — это разрушитель! Уверен, о мире теперь нельзя и мечтать! Была ли подсказка среди видений? Способ, как остановить его? Я видел меч. Тот, которым сломали печати. Клинок Армагеддона. Но... когда были сломаны печати, Авадон приказал уничтожить его на той же наковальне, на которой он был создан. Всадник. Боюсь, клинок утрачен навсегда. Мы создадим его заново. Что еще ты видел? Авадон хранит седьмую печать. Со своей армией он собирается штурмовать Белые Врата. Уриил поведет против него воинов небес и падет. Что еще ты видел? Больше я ничего не видел. Я открою врата, чтобы мы вернулись. Закрывшись, они закроются навсегда. Сад и его тайны будут утрачены. Скажи, когда будешь готов. Так, я на всякий случай здесь пробегусь, и если я что-то найду, то скажу об этом вам. Вот, ну то есть я подключу, потому что, блин, ну реально, не знаю, ну вроде бы я все взял, но я уже сам себе иногда не верю. Пройдем вот так! Пройдем вот так. Ладно. Давайте возьмем вот эти две штучки. Чисто потому, что мы можем взять их. Включим мир теней. Посмотрим, есть ли здесь еще что-нибудь. В общем говоря, пробежав здесь все, я пришел к заключению того, что здесь больше ничего нет. Потому что я лично этого ничего не заметил. Так что, скорее всего, ну не знаю, больше просто я ничего не вижу. Давайте даже вот, я не знаю, мост там специально с той стороны как-то осмотрю, да, то есть отключу. Как видим, здесь стоит пустота, здесь ничего нет, и, собственно, быть вроде как и не может. Я взял отсюда вроде бы все, поэтому я думаю, что можно уходить. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы перемещаемся дальше. Он нам помогает. Интересно, а здесь есть какие-нибудь такие сундучки, которые можно взять? Что-то я лично пока ничего не вижу такого. Ну и ладно. Вроде бы не вижу. Хорошо. Вроде здесь ничего нет. И мы выходим отсюда. Найди Ультейна, он поможет тебе, он должен помочь. Авадон спрятал осколки клинка, бросил там, где их не сможет найти никто, ходящий по стороне света. Мир теней. Да, используй маску теней. Собери осколки и отдай их черному молоту, чтобы он выковал клинок заново. Когда все будет готово, вернись ко мне. Может, я сумею помочь тебе еще раз перед смертью. Азраил, не раз ты мог предоставить меня моей судьбе. Я мог умереть в башне, остаться среди пепла и дыма. Значит, ты помогаешь мне? Когда все закончится, совет проследит за исполнением правосудия.
Я убью Авадона. И всех, кто был с ним в сговоре. Все должны ответить за свои грехи, всадник. Когда придет час суда, я приму его решение. Каким бы оно ни было. Иди, не трать на меня время. Скажи Ультейну, что он... последняя надежда старого дурня.